Мемориальную доску памяти маршала Советского Союза, генерала армии Сергея Бирюзова открыли сегодня в Тарманах. Ее установили на стене дома номер 10 по улице, названной именем героя. На церемонию пригласили ветеранов и школьников. Это очень важно. Вы же знаете, что сегодняшнее молодое поколение – это планшеты, это компьютеры. И мы стараемся, вот ТОСы, Советы ветеранов, депутаты, мы стараемся, чтобы наши дети знали историю нашего государства. Мне кажется, что вообще это все важно, и мы должны сказать спасибо всем, кто отдал нам жизнь, что мы сейчас живы. Генерал армии Бирюзов прошел всю войну и признан национальным героем в странах, которые освобождал. К слову, его прах хранится в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.